Ага, здорово, ребята. Underground 3, Morgenstern и вот этот N-Type, то, что мне тогда понравился, вставал, падал. Это вообще пушка был. Пушка, а не трек. Соответственно, сейчас ждем чего-то хорошего. Сука. Сука, нет, это мне уже Riding in the Storm, вот эта песня. Это уже, честно говоря, меня подрастроило. Что просто Riding in the Storm на русском языке. Ну как бы, сука, обленились, ничего не хотят придумывать. Клади каш на стол. Вот так грустно, с ним такой веселый. Клади каш на стол. Давай быстрее, слышь, бичес нас ждут переговоры. Клади каш на стол. Гони мне мой кэш, гони мой кэш. Бро, я опущусь на дно, если передо мной водник. Это, сука, дом, а я вор, в нее проник. Я тебе не верю, утром надеваю броник. Соберу весь кэш, что у тебя есть, гопник. Вау, люблю зеленый, я еврей. Вроде мы знакомы один день. Расстроил, вот реально расстроил, сука. Расстроил, потому что надо было трек просто придумывать. Вот вставал, падал, шедевр. Вот только по старой памяти, чтоб вставал, падал, меня вообще прям вставил. Я даже ковер на него делал. На канале вот. Да вот на этом, с которого сейчас сижу. Джонни Бегут, напишите, если кто не слушал. Я даже ковер. Ну, блин, я сейчас бы лучше, там я не очень, не идеально, короче, его спел, конечно. Очень классная песня. Но это фуфло, короче, вот это вот просто взять уже готовое и на русский язык, на русский манер, как бы на манер переделать, не перевести, конечно, тогда будет ни склад, ни влад. Просто чтобы складно получалось по-русски спеть то, что уже есть. Ну, сука, мне это не нравится. Если у тебя проблемы, что, я не слышал эту песню, она мне уже надоела. Я не хочу это опять слушать. Я говорил про тот колпак, бро, скорее. Малышку рядом тоже спит, прикрывая рот ей, чтоб не разбудить. Да, он много работал, дай ему остыть. Смотри, как улыбается, ему, наверное, снится кэш. Вау. Заберу твою малую легко. Мы в авторитете словно Детрол. Хотя были так низко метров. Теперь выдыхаем эти сприфы в небо. Ты знаешь, что надо делать, брал. Клади кэш на стол. Хочется перемотать. Слушай, это не шутка, это реально. Вот и мы его смотрим. Сейчас. Вот он делал, да? Вот. Посмотрим сейчас. Действительно, я то слушаю. Это разговаривают годы. А, да, да. Чё ты улыбаешься? Нифига это не весело, нифига это не хорошо. Еще раз доказывает, что тоже вот он вообще балбес, он нифига не соображает. Какой смысл его смотреть, вот эти реакции? А за других я вообще молчу, вот эти реакционеры. Они никакие все. Особенно вот Витвидный, Батя Тестит. Да Джонни Джойстик, Джонни Хавевер. Они никакие. Вы если видели их хоть одну реакцию, значит вы видели их все. Однообразные, унылые, ничего не могут рассказать, ничего. Просто вот слив времени впустую. Вот эти все реакционеры, они никакие. Новые вот эти появляются еще. Балбесы, все новые и новые наводняют. Все должны подписчики у меня должны быть, все. Ото всех отписывайтесь, подписывайтесь на меня. Только, конечно, в принципе, мне это не надо на этом канале. На другой канал. На Джонни Бегут подписывайтесь. Мне не до жопы, честно говоря, это все. Какой на счету ляп, какой на счету рыб. Мир с охуями, как и мыс. Накрашил Алекс, закрутил. Фу. Вот дерьмо, а. Просто вот убило это, короче, что это та песня просто переделанная. Залупа.